Ну что, всем доброе утро. Добрались мы с Женей на Осиповическое водохранилище. Наконец-таки приехали 16 марта. Погода шепчет, людей очень много. Нашли благодаря знакомому мостики. Спасибо, что предоставил нам. Расположились. Сейчас будем пробовать ловить. Пока вот по 5 кормушек дали закормочных. Жене 7, я по 5 дал. Пока поклевок не было. Ну и люди так особо не полавливают по берегу. Не видно, чтобы ловили. Будем смотреть, что будет дальше. Вот. Заснял поклевочку соседа. В прямом эфире, можно сказать. Зашел? Ну да, я видел по фриксону. Собака. Так, вот разловились под лещиком. Вот разловились под лещиком на Осиповическом водохранилище. Вот и Женька разловился. Да, точно. У меня подсак есть. Тащи. Я не раскладывал. Не будешь поднимать? Да не, он сорвется. Давай, поможет. Сейчас приду. Так, часик ловли прошел. Женя споймал одного подлещика. Я был споймал два подлещика, одну густерину, но благополучно садок утопил вместе с ними. Так что будем ловить заново. Хочется немножко рассказать о сегодняшней рыбалке. Где-то полтора часика два прошло. Ловли. Немножко подлещик поклевывает. Но не сильно как бы охотно. Поклевки такие осторожные в основном. Но бывают и неплохие загибы. Вот люди рядом сидят. У меня в основном такие аккуратные. Еле видные подергунчики. Два подлещика я споймал. Густерка. Еще два ерша было. Правда, их утопил благополучно, но ничего страшного. У Жени тоже два подлещика. Ну и так люди полавливают на мостиках. По прикормке сегодня мешал фидербай. Холодная вода, лещи, специи сладкие. Такая, потом покажу прикормку, получилась красно-коричневая. Не темная. Хотя в это время года лучше темную использовать. Говорят, что здесь клев в основном до 11 был. Вот. Подходил тот знакомый владелец мостика. Потом как бы затишье. Ну посмотрим. Я бы не сказал, что сейчас какая-то раздача. Сейчас уже 9:30. Бывает поклевывают даже. Прям дуплетами иногда вот у людей рядом. Ну в основном так. Затишье. Затишье. Сейчас вот ёж встал на точку. Посмотрим. Сейчас уже минут 15, наверное. Тишина. Точно. Находимся мы на Осиповическом, как я говорил, водохранилище в районе Смуйка деревни. Погодка для рыбалки комфортная вполне. Они обещают плюс 9-10 градусов. Ветра нету пока что. Очень тихо. Единственное, что большой прессинг на рыбку, потому что людей прям хватает. Сегодня выходной. Вот подергунчик. Длинный подергунчик. Выбралось сегодня две дистанции. Одна 38 метра, вторая 34. Здесь получается русло прямо перед мостиком, а потом постепенно он так поднимается. Все равно глубина в точке ловли около 4-5 метров. Достаточно глубоко. По насадке работает бутерброд, мотыль, опарыш. Ну, бывает, что высасывает одного опарыша, а мотыля не трогает.
Пробовали на парша закидывать. Рыба не реагирует. Вот сосед словил подлещика. Нормальная поклевка была или так? Ну да. Когда мелкий такая, как это, вялый. Есть небольшое течение. Ну вот кормушка 60 и 70 грамм у меня стоит. В принципе. 50-ку немножко подносила, поэтому чуть-чуть потяжелее пришлось поставить. Как места здесь красивые, мне нравится. Похоже чем-то на Чигиринское водохранилище. Мостики. Ну вообще, атмосфера. У нас еще лед стоит в основном везде. Чечевичек только сошел, и на самом водохранилище еще ледик. Поэтому пришлось ехать. Немножко далековато, но что сделаешь. Вот опять подвысосало. Сейчас мотыля высосало всего. А раньше опарыш было. Так, у Женьки пакля. Вижу, напрягся, руку положил. Ну, рыба весной вялая. Вялая поклевочка в основном. У меня тычки. Сейчас посмотрим, как твой глазомер работает, Женя. Женя ершей ловит. Но беременный. У меня тоже тыкает, походу, ерш. Этот Женя надоел. Ну. И вот. Так, дубль 2. Евгения. На бутик? Ты в тени такой, Женя? Ну, кто там? Женя их всегда обманул, говорил, лещ, лещ. Красава, красава. Лучше, чем у тебя, да, Игорь? Женя очередного подлещика таранит. Красава. Кто это? Вот это батон. Плотва. Вот это батон. Хорошая плотва. Рыбачим. Такой вот опасный спуск здесь. Там Женя сидит, там мой мостик. Сейчас пообедаем, будем дальше ловить. Какая красота.
Ладно, сейчас, по-моему, язика споймал. Потом покажем. Уже время обеда. Достаточно интересная такая получается весенняя рыбалка. Уже не клюет получше. Я после этого, после 11, поймал только одного подлещика. И пару поклевок у меня было. Ну, есть что рассказать. В общем, у Жени вот работает тоненький поводок и дипует он мотылем. У него поклевки гораздо чаще. Я вот сидел тоже полчасика с поводком 0.12. И ни одной поклевки не было. Только сменил поводок на 0.087 и дипанул. У меня вот тутти-фрутти есть. Сразу же получил две поклевки. Ну и произошел сход, и после этого опять клево не стало. В общем, рыбка весенняя аккуратная. Поклевочки такие еле заметные. Надо подбирать ключик. Но, тем не менее, достаточно все неплохо. Я считаю, для первого выезда на такую рыбалку. Подлещик, малюпасик. Они какие-то побитые все. Опять же, на эту удочку вот только поменял поводок, поставил потоньше и дипанул. Сразу же с точечки подлещик подсел. Небольшой, но тем не менее. Это говорит о том, что постоянно надо что-то менять. Не сидеть без дела, не ждать эту поклевочку. Ну, иногда можно, конечно, и подождать, но когда долго ничего не происходит, лучше поэкспериментировать. Невозможно тогда что-то поменяется. Хотели с Женем остаться на ночь, но передают дожди, поэтому поедем вечером домой. Так, споймали вот таких две рыбки, похожие на язиков. Бойкие, очень бойкие. Хороший? Женя, поделись едой. Хлебушка. Ну давай, дай тебе что-нибудь. Сука, если пока. Я? Откармливаем птиц. Сначала рыбу, потом птицу. Так, уже не очередная поклевочка. Дерется. А, не, малюсенький. А бойки. Бойки подлещ. Клюнул на опарыша и двух мотыльков. Так, полтретьего где-то уже. Ну, рыбка не часто, но клюет раз в полчасика. Поклевки такие аккуратно идут. У Женьки-то получше все равно идет, как-то у нее там подлещики поклевывают, а у меня там то сход, то ёршик, то какой-то подъязик, как-то так. И клюет немножко хуже все-таки.
Ну, ничего, будем ждать вечера. Сейчас до вечера досидим. Потом уже посмотрим, что как. Очередное уваживание. Евгения. Мелочь. Ну, мелочь, говорит. Поклевка бешеная была. Нормальный подлещ. Густерочка. Нормальная густерочка. Не, мелко. Для весны. Прошлые были больше точно. Что, заканчиваем нашу фидерную рыбалку весеннюю. Получилась она довольно интересная, есть что отметить. Сегодня товарищ меня полностью обловил. Долго думали, почему так случилось. Поставил он где-то с 2 до 5 себе рыбку на точку, но у него исправно клевало. У меня же были какие-то редкие только поклевки. В чем причина? Нашли причину в том, что прикормка чуть-чуть у нас была разная. У меня были специи сладкие с мотылем, а у него мотыль с черным лещом. Вот я поменял прикормочку. Взял просто мотыль, начал кидать. У меня тоже начались поклевки с одной точки постоянные. Можно сделать вывод, что всякая мелочь играет роль. В этот период нужно подбирать ключик к рыбке. Сейчас вот уже 5 вечера, что-то перестала рыбка совсем клевать. Вооружение у меня. Ну, потом покажу улов. Так, ну вот уже собрались. Вот такой уловчик на двоих. Женя, конечно, меня обловил, наверное, раза в 3-4. Ну, а так килограмм, наверное, 4-5 на двоих мы споймали. В основном Женя ловил сегодня. У меня так не сильно шла сегодня рыбалка. Вот такие вот дела, ребята. Красноперки, подлещики. Вот такие вот красивые. Такие вот красноперки красивые. В общем, всем, ребята, не хвоста, ни шеи.